Привет, меня зовут Вика Кулешова, и в этом видео я бы хотела поделиться своими небольшими изменениями во время марафона женственности от Ольги Алексеева Ляевых. За время марафона у меня из чуть более 100 желаний исполнилось 7, и я считаю это небольшим достижением для себя. У меня также появилось гораздо больше какого-то внутреннего волшебного состояния, состояния солнышка, тепла, с которым хотелось поделиться абсолютно со всеми, какое-то невероятное волшебное чувство, счастье, гармонии и так далее. Я стала выглядеть намного более женственно, носить чаще платьишки и юбочки. Также во время марафона у меня привилась любовь к готовке. Изменились отношения с моей мамой. В марафоне мне нравилось отслеживать свои изменения, состояние, эмоции, общение с девочками, которые также очень сильно помогали, поддерживали. Еще также нравилось отслеживать, что я сделала в течение всего дня для самой себя. Также очень помогало ежедневное написание отчета и те задания, которые мы получали в ходе самого марафона.